конференц-зале администрации собрались работники ветеринарной службы города, ветераны отрасли, гости из соседних городов и районов. В своем приветственном слове глава городского округа Борис Беляев отметил, что профессиональный праздник – хорошая возможность подвести итоги работы, отметить достижения и успехи специалистов. Ну а перед ветеринарной службой, как и во все времена, стоят важные задачи по сохранению благополучной обстановки. Роль ветеринарной службы в защите здоровья людей и животных трудно переоценить. Нельзя говорить, что медицина лечит человека, ветеринария оберегает человечество. Вы проводите большую работу, чтобы не допустить распространения заразных, в том числе и особо опасных заболеваний на территории нашего города. Ваш напряженный труд неразрывно связан со стабильным развитием животноводства, увеличением производства продукции сельскохозяйственных предприятий, улучшением качества животноводческой продукции и сырья, охраны здоровья людей и окружающей среды. Всего в Кумертауской ветеринарной станции трудится 17 высококлассных специалистов. Это врачи, фельдшеры, лаборанты. На торжественном собрании лучшие работники отрасли были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации городского округа. Поздравить коллег с праздником прибыл и начальник управления ветеринарии республики Вакил Буранбаев. Вакил Салаватович отметил, что в плане профилактики и распространения опасных для человека и животных заболеваний в нашем регионе обстановка стабильная. И в этом есть заслуга каждого работника. Вдвойне приятно то, что сегодня встречаем праздник этот на пике благополучия. На пике благополучия, сравнительного благополучия в отношении тех заболеваний, которые сегодня каждого от нас ожидали. Я хочу остановиться на такой болезни, как бешенство. Мы научились, столько лет работали, впервые научились работать на опережение. На опережение, если в соседних регионах, то кругом в соседних регионах с начала года не менее 40-50 случаев, у нас пока всего 3 случая бешенства. Мы сегодня навели порядок по отношению к бруцеллезу. Бруцеллез, как бы то ни было, каждый год где-то что-то прорвалось. Мы сегодня абсолютно спокойно, ветеринарным словом, если выразиться, абсолютно спокойно с ним спим по отношению к сибирский язв. Сибирский язв. Потому что я верю, я знаю, что люди провели нужное время, нужные мероприятия, и сегодня мы абсолютно спокойны по отношению к этих вот опасных болезней не только для животных и для людей. За многолетний добросовестный труд работники станции были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Комитета профсоюза работников АПК, Управления ветеринарии Республики. Начальник Кумертауской станции Рамиля Исангулова выразила благодарность руководству города за сотрудничество и коллегам за добросовестную работу. В адрес ветеринарных работников звучали теплые слова поздравления и самые добрые пожелания. Коллег своих я поздравляю. Это люди проверенные, грамотные, всегда какие-то обработки или другие ветеринарные дела выполняли беспрекословно. Ну, как любой праздник, он бы праздновался, лишь был здоровье. Крепкого здоровья – это самый большой подарок, наверное, в этой жизни. Как мы родились, нужно здоровье, чтобы продолжать жить, действовать и работать на благо общества, конечно, крепкого здоровья. Кто спасает птиц-зверей, кто им лечит раны, и ответит вам любой, лишь ветеринары. Свои выступления виновникам торжества подарили воспитанники станции юных натуралистов. Также с профессиональным праздником работников ветеринарной станции поздравили творческие коллективы города. В завершении торжества общие фото на память. Айгуль Мухаметшина, Ильнур Аминов, новости.